Зарядка со стражем порядка. В целях пропаганды здорового образа жизни полицейские совместно с общественным советом при управлении и Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» в спортзале детско-юношеского центра «Лидер» провели с юными динамовцами Федерации тэквондо Ненецкого округа зарядку. Правую ручку вверх, левую ручку внизу оставляем. На раз, два. Раз, два, растягиваем. Применяли руки. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. После энергичной разминки сотрудники окружной полиции продемонстрировали юным спортсменам силовые приемы борьбы, которые используют полицейские при обезвреживании и задержании вооруженных преступников. Также делаем расслабляющие. Берем руку, вытягиваем. Раз. И сопроводили. Разбившись на пары, юные динамовцы с энтузиазмом пытались повторить все приемы, показанные стражами порядка. Ну а после, облачившись в защитную амуницию, спортсмены в спарринге продемонстрировали полицейским мастерство ведения боя с противником. Хочется пожелать подрастающему поколению от лица сотрудников полиции, от общественного совета при управлении МВД России по Ненецкому автономному округу, всем молодым заниматься спортом, активным образом жизни, физкультурой, ну и... Как говорится, кто уже занимается, высоких спортивных достижений. Зарядка с полицейскими детям очень понравилась. Некоторые из них теперь мечтают работать в полиции и защищать жителей города от хулиганов. Кирилл Иванов, Александр Бобрикович, Леонид Шишелов, телеканал «Север».